Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинг Ролиплей, первый сервер. Мы не Кирилл Питбуль. Итак, друзья, сегодня я хочу попробовать продавать наркотики, у меня есть 140 грамм наркоты, короче, можно так сказать. И хочу проверить, можно на этом поднять бабло и покупает ли вообще кто-то наркотики. Мне интересно, кто-то покупает вообще наркоту или нет? Ее же негде купить, кроме как у людей, я так понял. Потому что, ну, нету системы, где можно купить наркотики. Только у человека. Сегодня я хочу попробовать поднять деньжата. У меня 140 грамм наркоты. Сейчас поедем мы за БМВ, потому что на Ямахе продавать наркоту, это будет довольно странно, во-первых. Да, это будет довольно странно. Что, подлагивания какие-то? Ну, ладно. Сейчас мы поедем за BMW. Все будем по РП делать, стараться. Так, стоп. Я забыл, где я живу уже, ёптель. Вот здесь я живу. Так. Кар. И берем BMW. Берем BMW. Моя объява еще не вышла, но я уже отредачил ее и кинул. Ну, я ее уже кинул, короче. Объяву. Сейчас даже покажу вам. Сейчас, вот. Продам чай Липтон в больших количествах. Цена договорная. Надеюсь, это выложит. Надеюсь на это. Сейчас станем за Нашана. Будем за Нашана продавать, типа. Либо если у человека не будет машины, будем сами к нему подъезжать. И все должно быть по РП. Все должно быть по РП, во-первых. Так, продам чай Липтон в больших количествах. Цена договорная. Все правильно. Все правильно, все хорошо. Становимся здесь, еще одну объяву кинем. Может быть, кто-то у нас и купит наркотики, но я точно не уверен. Точно я не могу сказать вам. Будем ждать, короче. Будем ждать. Надо будет еще заправиться, потому что бензина не так уж и много. Но пока что никто не написал. Походу, никому не нужен чай. Кстати, у меня 17 левел уже. Вообще от души. О, есть час семьи или это РД. Продам сим-карту, просьба. Да, ну, сим-карта такая, кстати. Ну, будем ждать, пока кто-нибудь напишет. Так, мне кто-то звонит. Не знаю, за чай или нет. Алло. Алло. По-моему, это подписчик. Если я не ошибаюсь. Да, это, по-моему, подписчик. Алло. Я слушаю. Я слушаю. Я слушаю. Блин, я по объявлению. Сколько вам нужно чая? Сколько вам нужно чая? Чай. Ну, вы поняли. О чем я? Ну вы поняли, о чем я. Ой, все не надо. Ладно, чувак что-то отказался, хотя я писал. Ладно. Что-то тяжело продать, кстати, чай. Сейчас еще одну объяву кинул. Ну, как-то трудновато продается чаек. Ну, у меня сколько? Сейчас гляну даже при вас. У меня законопослушность, уровень розыска. Наркотики 141. Ну, я же говорил, нормально, в принципе. Кто-то ЗС-ку продает, ничего себе. Наркозависимость 30 у меня. Это хреново. Это хреново. Ну, ладно. Ладно, в принципе, ничего страшного, ничего страшного. В больших количествах. Так. Ждем звонка, короче, или смс-ки хотя бы. Что-то вообще не написал там знакомый. Угарнул меня, випку купил. Еще нет, куплю. Еще нет, куплю. Не хватает немного. Немного. Еще куплю.
Не хватает немного, мне 80 рублей не хватает на бибку. РБ хочу на 180. Дай купить. Дайте, пожалуйста, РК. Угу. Блин, что-то не продается этот чай у нас. Давайте еще раз. Пока хватает. Привычка. 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 Пока что хватает на 90 дней. Нужно 80. Нужно еще 80 рублей. Я куплю на 80 руб. И я куплю на 180. Так. Что-то ни хрена, наш чай не продается. Вообще ни в какую не хочет продаваться чай. Монро приехал. Монро, 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 Монро. Ку-ку. Что-то вообще чай не идет никак, вообще ни в какую. Ну, наркотики, блядь. Вообще ни в какую. Что-то бизнес не идет. Что-то бизнес не идет. Ну реально, что-то вообще наркоту, блин. Вообще бизнес не идет. Я даже BMW специально взял. Стань возле меня. Превью. Встань возле меня, чувак, я превьюшку сделаю. Так. Что-то у меня скриншот не делается. Вот у меня скриншот что-то не делается вообще. Не работает что-то скриншот, ну ладно. Ой. Сори, случайно. Так. Что-то натуре напрямую. Все. Да, скрин делается. Что-то превью не хочет скриншотить, ну ладно. В принципе, не важно. Сейчас еще раз попробую объяву кинуть. Так. Что наркооборонс меня не... Что-то вообще бизнес не идет. Офиса готовность 5 минут. Ай на рана ранай. Ай на рана рана ранай. Что-то вообще не продается. Наркота вообще не идет. Вообще. Что-то наркотики не идут. Короче, что-то бизнес вообще не идет. Я уже прошло минут, наверное, 20. Передаю привет Аслаев Амраев. Привет тебе. Извини, если неправильно прочитал. Сейчас ответь ему. Передал на бишем. Что-то вообще, чуваки, походу наркоту вообще не продать. Я уже 100 раз кидал объяву. Видите, они даже не редачат. Они даже просто не редачат. Это на самом деле печально. Спасибо, привет всем зрителям. Без проблем, чувак, без проблем. Кто-то механик тут трется, блин. Меня он бесит немного. Ну, что-то вообще туго с этой хуйней. Да уж. Где моя BMW пропала? Написал, починит и приедет. Ну, он свою четырку оставил, ну блин.
четырка стоит как колесо на BMW. Хотя мне четырка очень нравится, крутая машина. Я бы себе такую купил. Был бы новичком, я бы именно эту тачку бы купил в первую очередь. Не Волгу, какая едет 140, а именно четырку, потому что она у нее вид, она и вид имеет. Она в черном цвете, блин, извините за икоту. В черном цвете по-бандитски так выглядит, еще такая бандиточка такая черненькая, муа, красавица просто. Просто красавица. Мне очень нравится тачка. Так, все, приехала моя BMW. Короче, чуваки, походу, нихуя не продается. Чаек. Так, ничего тут нет у меня. Нуждаюсь в услугах адвоката. А, еще человека, скайп. Даже мою объяву не выложили, блин. Че за кидалово? Короче, походу, все это дерьмо с наркотой. Не советую всем пробовать, покупать. Потому что хуй найдешь эту наркоту. Никто, ой, точнее... Да, ее тяжело найти, но никто ее не покупает, всем похуй. Никто, я даже наркоту не юзаю, я... Просто у меня в доме, по-моему, была, и все. Я даже сам наркоту не юзаю. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.